И, может быть, действительно вот это, вот этот задор и нужен, потому что скучная, нудная научная информация никому, ну, мало кому интересна. Хочется именно, наверное, в таком посыле, в каком-то живом людям получать информацию. Была такая ассоциация, что вот этот утренний задор, он дает легкость действия, потому что утром просыпаешься, и все, даже самое сложное, оно делается проще, потому что ты полон энергии и находишься в предвкушении дня. И вот эта музыка, она как раз передает вот эту вот легкость утра, магию утра. И должно быть, ну, для меня, да, да. Почему да, я готова ее впустить? Потому что для меня было осознание того, что я чувствую внутри какие-то движения, перемены при прослушивании. То есть и тело отзывается, и эмоционально отзывается, и у меня мысли приходят в голову относительно моих, ну, моей задачи. Mm-hmm. И оно все начинает работать как механизм у часов. Да, вот mm-hmm. шестеренки начинают вращаться. Это, конечно, побуждает и дальше практиковать музыку. Именно эту музыку. Mm-hmm. Ну и, возможно, еще что-то, но начать, безусловно, с нее. Mm-hmm. То есть это как такой движок, который запускает процесс.